Первый областной фестиваль казачьей поэзии «Слава Богу, что мы казаки» провели в Биробиджанской школе номер 8 в минувшие выходные. В нем приняли участие около 30 конкурсантов в возрасте от 5 до 17 лет, имеющие отношение к казачеству и те, кому эта тема близка по духу. Прочитать любимые стихи приехали ребята со всей автономии и из соседней Амурской области. Фестиваль посвятили Дню памяти преподобного Алексия, Человека Божия, небесного покровителя уссурийского казачества и Всемирному дню поэзии. Инициатором выступила преподаватель школы номер 8, руководитель казачьего клуба «Атаманец» Ольга Матыцина. В казачестве она уже более 10 лет, и по ее признанию уже давно вынашивала идею проведения подобного мероприятия. Мне всегда нравится стихотворение, поэзия, потому что она воспитывает. Можно многое говорить о патриотизме, истории, да, но когда ребенок сам выучит стихотворение, он прочувствует то, о чем он говорит, это будет очень здорово. В репертуар выступающих вошли произведения классиков казачьей поэзии и местных авторов. Ребята сами выбирали, какие стихи будут читать. Главное, чтобы работа нашла отклик у самого выступающего. Я сегодня буду выступать со стихотворением Василия Деменюка «На привале». Мне этот стих очень сильно понравился, так как оно как бы по душе мне принялось. И я его решил выучить и выступить с этим стихотворением на публике. Со своей стороны мероприятие поддержали Среднеамурское окружное казачье общество и Биробиджанская епархия. Организаторы уверены, подобные встречи способствуют сохранению, развитию и популяризации казачьей культуры. Поэзия без культуры, я думаю, что не может быть. Поэзия, она отталкивается от культуры, от какой-то. У нас культура казачья, и уже создалась такая и поэзия казачья. Есть поэты свои, да, и сегодняшнее мероприятие приурочено этому, именно вот этому, да, что услышать поэзию наших казаков. По благословению архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема в школьный музей казачества школы номер 8 из собрания Биробиджанской епархии переданы портреты фуражка покойного атамана Константина Локтева, основателя движения «Атаманец». Ольга Киселева, Андрей Кирюшин, Денис Листюхин. Новости 21.